способы борьбы с красными глазами. Стресс, долгие часы за компьютером, кратковременный сон – все это может стать причиной красных глаз. В результате болезненный вид, который сложно назвать привлекательным. Что же можно предпринять, чтобы в кратчайшие сроки устранить красноту, если речь идет, разумеется, не о глазной инфекции? Первое. Компресс из льда. Лед, завернутый в чистую салфетку или носовой платок и приложенный к векам, быстро сузит расширенные сосуды и снимет красноту. Второе. Крепкая заварка. Можно заварить крепкий черный или зеленый чай, смочить в заварке ватные диски и приложить мини-компрессы к глазам. Или использовать чай в пакетиках. Ватные диски в этом случае не нужны, пакетики и будут компрессами. Третье. Настой ромашки. Ромашковый чай, помимо прочего, поухаживает за кожей вокруг глаз, устранит мешки и поборется с морщинами. Отвар можно разлить по формочкам и заморозить, используя ледяные кубики по утрам. Четвертое. Васильковый чай. С помощью василькового чая можно убрать, кроме красноты, отеки, синеву и раздражение кожи. Не случайно василек включают в состав кремов для век различные косметические бренды. Опять же, настой можно заморозить. Пятое. Сырой картофель. Еще одно недорогое и эффективное средство – сырой картофель. Можно использовать ломтики или натереть картофель на терке, отжав и приложив к векам кашицу. Кстати, картофельный крахмал отбеливает кожу. Маску можно на все лицо. Шестое. Свежий огурец. Огуречные кружочки на глаза уже must-have. Но мы напомним. Преимущество огурца – на него почти никогда не бывает аллергии. Не забудьте охладить кружочки в холодильнике перед тем, как приложить их к глазам. Седьмое. Витамины С и П. Если причина вампирских глаз – слабые сосуды, пропейте курсом витамины С и П, например, аскорутин. Восьмое. Сосудосуживающие капли. Быстро и сразу это к сосудосуживающим каплям, типа визин или софрадекс. Но мы не рекомендуем пользоваться ими часто. Лекарство есть лекарство, со своими противопоказаниями, побочными эффектами и осложнениями. Источник – интернет. Будьте здоровы!